Сегодня у нас триатлон, международный бренд в Харькове. Впервые вообще в истории города у нас проходят соревнования по триатлону. Дистанция, которую мы называем половинка или полужелезный человек. Это, для тех, кто не знает, километр 930 метров плавания, 90 километров на велосипеде и 21 километр бегом. Впервые на Украине соревнования такого уровня и в Харькове. Впервые я участвую в таких соревнованиях, потому что до этого соревновался на дистанции олимпийский триатлон. То в этом году только перешел на длинный, и это, скажем так, первый мой дебют на украинском уровне. Сегодня же это был чемпионат Украины. Собственно говоря, очень приятно, что эти соревнования такого уровня проходят впервые в Харькове. И у нас уже есть рекорд. Это самое массовое соревнование в этом виде спорта в истории Украины. 210 человек у нас собралось и приняло участие в триатлоне. Мы уже определили победителя. Его время составило 4 часа 7 минут. Это Денис Сапунов. Собственно, это очень хороший показатель для этой дистанции. Мы надеемся, что эти соревнования станут в Харькове традиционными. Действительно, очень много людей, отличное настроение. Касаемо количества участников, если брать 210 человек, то всего лишь 30% харьковчан, все остальные гости нашего города и за рубежа, и, конечно же, основная масса – это украинцы. Чем хорошо такие соревнования такого уровня в Украине? Потому что тем спортсменам, которые не могут себе позволить поехать там, или в Европу, или в Америку на соревнования подобного рода, они могут приехать вот к нам в Харьков уже в следующем году и поучаствовать. Очень доволен этим результатом, долго к этому готовился. Готовка прошла хорошо, соревнования обалденные, очень круто проведены. Спасибо большое организаторам, Харьков очень классный город, тут очень легко соревноваться. Тяжело, последний этап, особенно бег, очень тяжело. На вело выложилась, наверное, немножко перестаралась. И по состоянию здоровья, конечно, тоже. На прошлой неделе еще два старта было, Кубок Украины и командная гонка, поэтому дает о себе знать все-таки.
Триатлон, он тем и хорош, что в основном основная масса людей – это все-таки любители. Поэтому это достаточно массово, и этому виду спорта есть куда развиваться. И сейчас в мире это спорт номер один. И недаром на Олимпийских играх прошедших показалось, что 7 миллионов людей одновременно смотрели соревнования по триатлону по олимпийской дистанции. То есть он очень популярен, и мы будем продолжать популяризировать в городе Харьков, нашей спортивной столице Украины. Честно говоря, прошла дистанция очень легко и ровно, особых трудностей не возникло. Для меня было сложнее всего, наверное, проснуться сегодня в 4:30. Должна быть борьба в первую очередь самим собой. То есть я, не сказать, что там на соперников смотрел, но и смотрел и не смотрел. То есть у меня была задача работать по пульсам и по своим ощущениям. Такой холмистый все довольны, плюс жара уже была, относительно жарко. Потерпеть, потому что появляется боль во время дистанции, нужно терпеть, преодолевать себя. Кто еще не занялся триатлоном, обратите внимание на триатлон, потому что в первую очередь это не скучно, это такой фитнес номер один, я бы его назвал, потому что вы развиваетесь все мышцы, и вам не скучно, потому что вы тренируетесь на природе, там, бегаете в лесу, катаетесь где-то по шоссе, плаваете в водоеме, то есть и в первую очередь, наверное, еще что очень большое разнообразие соревнований. Триатлон для этого создан, чтобы доказать себе, что ты чего-то можешь большего. Занимайтесь триатлоном. Это самый лучший вид спорта. В этом году у нас еще ждет масса соревнований. 10 числа вот у нас в сентябре традиционно на День физической культуры и спорта состоится ярмарка спорта. Она пройдет в этот раз в парке Горького. Мы ожидаем очень много людей, интересные программы мы подготовим. И до конца года у нас соревнования и танцевальные, и по художественной гимнастике, и по единоборствам. Мы хотим сделать фестиваль такой крупный, масштабный, чтобы он тоже запомнился.